Всем доброго времени суток. Сегодня, можно сказать, прекрасная погода. Наконец-то мы добрались до своего участка. У меня вот такая красота образовалась. Вот такая грядочка у меня. Ну, это клубничная. Вот. Цветут и цветут. Несмотря на холод. Так, этот томат надо куда-то выбросить. Вот. Красота. Вот это я понимаю. А вот это, вот вы не поверите, это цветет уже усик. Вот он, отросток от мамки. И на нем ягодка. Я его сейчас нарву все это. Своему младшенькому соберу ягодки. Так, что еще хотела вам показать? А, наконец-то началось, несмотря на холода, обношение моих огурцов, огурчиков в грунте. Сейчас я их оборву. Даже вот все маленькие сорву, потому что я планирую уехать, чтобы они тут мучились. Правда, они все равно нарастут. Я с этим ничего не могу поделать, но это более-менее. Собирала сливу. Вот на этой веточке я бы брала. А это сливы. Море, море просто. Видите, веточки как висят. Они, бедняжки, еле-еле держат свои плодики. Вон они. Еще хочу показать те самые тыквы, которые ко мне все шли от соседей. Вот они. Вот те, что я поставляла, они уже вот округлились. Вот пчелки во все жужжат. Сегодня такое жужжание. Прям пчелки, наверное, тоже обрадовались, что сегодня прекратился дождь. Вот она. Вот она висит. И вот они до сих пор прут на мою сторону. Он, бедняга, врос аж в забор. Пчелки от дождя. Вот есть и загнившие такие. Вот еще одна красота. Ну, мой младшенький обрадуется сегодня. Вот они. Это тыквы много. Представляете, если бы не было забора, они бы меня просто заросли тут. Они бы меня просто задавили своими плодами. Ну вот, еще один такой. Из огня. Конечно, столько дождя-то. Опять была какая-то роса, потому что остальные более такие нормальные листики. А вот здесь вот, вон что. Тут та самая грядка, которую я просто так посадила из усов. Посмотрите, как бархатцы цветут. Красота. Я люблю, когда цветут бархатцы. Вообще эти бархатцы я и не сажала их здесь. Я укрывала молодую яблоню на зиму. Ну и семена рассыпались. Естественно. Ну вот, смотрите. Вот она, эта тыковка, которую на мою сторону я оставила. А вот здесь сколько гнилых лежит еще. Вот они снова прут на мою сторону. Я это все обрывала, обстригала. Но они прут и прут. Пусик. Молодой саженец уже цветет. Они завязались даже ягодки. Вот мне снова нужно все это оборвать. Но сегодня у меня на это, не знаю, будет время, не будет. Хочу показать вам самое интересное. Наконец-то стали плодоносить мои белые огурчики. Вот. Что там все попадали у меня? Это огурец сорта Белый Ангел. У них там несколько штук висит. Я их сейчас сорву все, соберу. Что-то они от тяжести, что ли, попадали, то ли ветром так все разболтыхало.
Вот он, красавчик. Такая прелесть. Что-то вам камера не передает всю красоту. Ну-ка, в тенечке. Вот. Я очень хотела видеть эти огурцы. Они сначала у меня что-то сидели, думали. Все, главное, растут, а эти нет. Вот еще один. Вот. Красота. Вообще, я обалдею от них. Они такие необычные. На вкус они должны быть очень и очень сладкими. Я даже сейчас один попробую. Вкус такой. Какой-то молочно-сладковатый. Необычный для огурца, да. Такой разрезе. Что камера не фокусирует. Во. А попробуй. Такие бывают, что ли? Вот их тут еще есть. Сейчас мы их нарвем. Ну, там полно их. Только они что-то жесткие. Ну, хрустящие. Ух ты. У арбузов начало жухнуть. Ботва. Это нехорошо. Это вообще нехорошо. Это вот от дождя. Такое случается. Пятнистость пошла. Я сейчас попробую обработать биологическим фунгицидом каким-нибудь. Вот он наш самый большой подрос. Ну, здесь поменьше есть. Здесь парочка лежит. Но влаги, конечно, уже очень много, даже лишнего. Очень и очень много. Вот они. Листья стали заболевать. Это уже ненормально. Ну, в общем, где-то штук 9 я насчитала. И такие маленькие тоже есть. Ух ты! Вон что, трава от сырости присневеет, но если... В ближайшие дни, конечно, хорошая погода обещает. Наверное, проветрится все это. Вот они лежат. Но надо обработать. Все эти плохие листики, наверное, пообрезаю. Не надо так стучать по ним. Это та самая яблоня, которую наши поотрывались ветки. Вон они лежат прям так. Яблок море. Но они еще не зрелые. А какой смысл их собирать-то? Вот такая яблонька. Яблок, конечно, куча-куча прям. Ну, невозможно. Кто мы будем все девать? Я даже не имею представления. Сейчас мы набрали сливы. Уже 2 ведра, это только начало сбора. Я даже не знаю. Вот наша Антоновка. Конечно, тоже все гниет вот прям на дереве. Ну что, вот это надо собирать. Хорошо было бы, конечно, сейчас собрать всю падалицу. Это опять-таки время. Я не знаю, успеем мы все это сегодня или нет. Ну, в общем, надо торопиться. Яблоки, ветки склоняются все ниже и ниже. Вот они уже до земли такие висят. В стороне соседей. Ух ты! А нападали-то какие здоровые яблоки. Вон что. Да. Надо собрать всю падалицу. Они не гнили, вот сюда хотя бы их так сложить. Когда яблоки созреют? Собираю. Ну, что-то уже зреет, что-то позже. Сорта все разные. Смотри. Ну, это уж не надо такое.
Моя рассада подрастает. Ее тоже залило. Залило капитально. Вон что, полные стаканы воды. Какой хороший усик. Сейчас покажу. Во. Там пусть прирастает. Что ж теперь с ним делать? Даже вот от сырости. Он что сучился. Розеточки гниют, потому что уже избыточная влага пошла, избыточная. Угу. Какой-то паразит. За этого он и пропадает. Вон он. Что это вот такое? Вот он ползет. Вот что это такое? Посоветуйте, пожалуйста, как с этим бороться. Из-за этого он и не развивается. Гад такой. Остальные вроде бы таких у меня больше нет. Сейчас я, наверное, их больше на солнышко поставлю, чтобы жары не было. Я их под деревом держала. Сейчас я их поставлю на солнышко. Пускай они там проветриваются. Покажу свои цветочки. Тоже им досталось и от дождя, и от ветра. О, избыток дождя. Они тоже не больно-то любят. Конечно, столько тебе целый день. День и ночь с сутками. Поливай-ка. Здесь вот. Я тут обстригла. Картина. Это мои маки. А пчелки-то оживились вообще. И шмели, и пчелки все летают, жужжат. Даже калинка есть немножко. Хотя ее невозможно жрала тля. Я не знаю, сколько раз я ее обрабатывала, сколько я на нее химии извела. В общем, вот еще вот такая у нас ягодка есть. Вообще, старый хозяин нам говорит, что это ирка. Очень-очень вкусный, но что-то мы вкусы ее не поняли. И она как бы нам не очень. Просто растет для красоты. Такие компактные деревья. Они мне не мешают. Пусть растут. Все, на этом я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока!